первых дней брак понимает, что пройти с простой прогулкой по нашей земле ему не удастся. Потому что его встречают такие отважные герои, как наши солдаты. Блицкриг потерпел неудачу. Советские воины встали на защиту своей страны. Тяжелые кровопролитные битвы, боль отступления. Каждый шаг назад по родной земле пропитан кровью, но и враг нес потери. Боевой дух советской армии в глазах совсем юных солдат, их командиров, смотрящих с фотоснимков. Они были первые. Первые, кто встретил врага на пороге и дал понять, ему здесь не рады. В нашей душе, в душе россиян, жители и Советского Союза в то время. Эта дата носит и печальное, и в то же время характер, ну, будем говорить, и боевой, и защитный. И можно по-другому сказать, что мы остаемся сильны своим духом, силой и своей армией. Фотографии разных лет, ценные архивные документы, указ Президиума Верховного Совета о мобилизации военнослужащих по военным округам. Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. Теперь далекая дата, но те, кто прошел дорогой войны, эту страницу истории запомнили на всю жизнь и передали новым поколениям. В моей школе был военруком капитан пограничий, который, скажем так, 22 июня 1941 года, скажем так, в числе первых защитников нашей страны принял участие в отражении вот этой фашистской агрессии. Он служил недалеко от Брестской крепости, недалеко, вот, и прошел всю войну. Истории защитников Отечества вдохновляли мальчишек. Многие, видя героев на фотографиях, рядом с техникой и оружием, мечтали быть летчиками, пограничниками, моряками, бить врага. Война закончилась, страна выстояла и восстала из пепла. Эхо войны все тише, но истории людей, скрывающиеся за их снимками в форме, за копиями приказов, должны звучать, считают организаторы выставки, чтобы не подпустить беду к родному дому. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73.